Короче, всем привет. Я уже не могу 50-й раз записать начало. Ну ладно. Короче, сегодня я буду проверять лайфхаки. Они, конечно, не такие нужные, но интересные. Мы проверим, какие работают, какие нет. Какие нет, да. И если что, можете их тоже проверить. Короче, лайфхак заключается в том, что первый, в том, что нужно лед положить в воду, на него положить веревку и посолить сверху. Сейчас будем проверять. Ой, боже, забыл сказать. И если это сделать, то тогда лед приклеится к веревке. Короче, сейчас проверим. Короче, вот, берем веревку. Ну, нитку я возьму. Вот, примерно вот такой длины. Блин, не видно. Ну, короче, вот. Это отрезаем. О, все. Вот что-то я смог сделать. Короче, вот наш лёд. Сейчас достанем. О, блин, порвалось. Не обращайте внимания. Короче, пока лёд не растает, нужно быстро действовать. Кладем лёд. Опа. Первый. Второй. Главное, чтобы не растаял. Третий. Боже, что я снимаю? Так. Ой, веревку потерял. Короче, я её нашёл быстро. Пока лёд не растаял. Блин, мне, наверное... Короче, сейчас. У меня не снимается нормально. Короче, у меня получилось только вот так. Сейчас соль принесу. Боже, он сейчас растает уже. Все, сейчас насыпем соль. Сейчас подождем немного, я достану, проверим. Конечно, я оператор от Бога. Интересно, сколько нужно ждать? Ладно. Я, короче, взял холодную воду, я не знаю, какая нужна. Не, ну в кипятке я точно бы растаял лед. Ну ладно. Интересно. Все. Что? Стоп. Нифига. Я думала, это неправда. Ну, короче, вот. Клевое ожерелье. Если, конечно, у вас нормальные руки, вы сможете сделать побольше льда. Я думала, это не работает. Ну ладно. Конечно, я супер эмоциональный, ну ладно. Я это реально прикрепилась. Короче, следующий лайфхак заключается в том, что чтобы быстро остудить чай или кофе, нужно просто туда положить несколько ложек. Только у меня нет чая. Ну, сейчас заварим. Опа. Теперь ждем. Ну, я думаю. Это понятно, что чай можно вообще в пакетике заварить, вообще без разницы. Я буду зеленый. One love. Это вы не видите. Да боже, где качество? Качество съели. Да блин, почти. О, все. Все, налили в другую кладем. Насыпаем. Теперь ждем. Короче, я накрыл крышкой, чтобы ничего не остыло, а то не получится лайфхак. Короче, все, готово. Сейчас. Ну что-то похоже. Ой, я забыла показать, как сахар положить. Сейчас попробую попить. Если будет горячо, тогда проверим. Короче, его пить невозможно. Он слишком горячий. Но я думаю, я еще немного положу в микроволновку. Будет нормально. Он слишком горячий. Придется положить раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы не подумайте, я это потом все мыть не буду. Я не буду это мыть. Не, ну, и что, что мое видео? Я не буду это мыть. Ладно, короче. Интересно, сколько так ждать? Наверное, пока ложки не станут горячие. Ну ладно, подождем. Ой, боже, она как кипяток уже. Ладно, я думаю, можно доставать. Блин, там чай, наверное. Боже, не все горячие. Сейчас попробую попить.
Короче, это должно работать. Я не знаю, почему у меня не сработало. Не, ну 100% должно работать. Потому что я не знаю, что я не то сделал. Он слишком горячий до сих пор. Ну, короче, вы попробуйте попробовать. Попробуйте попробовать. Ну, короче, вы меня поняли. Короче, следующий лайфхак. Боже, я лед забыл убрать. Короче, минус лед. Жалко. Короче. А боже, не достали уже. Ладно, пофиг. Я не буду это вырезать. Буду. Короче, не обращать внимания на звуки на заднем фоне. Это просто. Я не знаю, это постоянно происходит. Короче. Что я хотела сказать? А, следующий лайфхак. Я смотрела. Ладно. Короче, следующий лайфхак заключается в том, что когда я буду ставить телефон на зарядку, он будет что-то мне говорить. Я должен камеру смотреть, я смотрю на деревья. Ну ладно. Кринж. Ладно. Сейчас будем проверять. Короче, я думаю, звук нормально записывается. Короче, вы должны скачать приложение MacroDroid. Вон сверху написано. Нажимаем на «Добавить макрос». Плюс триггеры. Батарея питания. Внешний источник питания. Короче, вы тут любой выбираете, чтобы звук был, когда вы подключаетесь к зарядке или когда отключаетесь. Я включу «Питание подключено», чтобы было. Нажимаем ОК. Действие плюс. Действие устройства. Перезагрузить. Произнести текст. Вот он тут. И пишите любой. Да боже, достали на улице. Введите текст любой. Не обращай внимания. Все. Ок. Сейчас. Я, короче, это... Нужно еще обязательно назвать, потому что без этого не работает. Название не будем. Ладно, сохраним. Не, нужно название сделать. Ладно, это же. Опа. Галочка. Сохранить изменения. Теперь подключаемся к зарядке. Опять этот дебил разрядил меня. Короче, это работает, все. Сейчас я еще что-то попробую. Вы можете писать любой текст. Сейчас. Не, я не буду ничего писать. Короче, стойте, у меня сейчас... Это вообще не по плану, конечно, я хочу это попробовать. Алое сердце. Понятно. Короче, вот. Короче, в следующем лайфхаке говорится то, что... Если лед вот, к воде приложить, тогда она заморозится. Но это 100% тупой лед, как? Ну ладно. Я приложу. Божечки. Ладно, я просто положу. Ничего не замораживается. Ну это логично, это самый тупой лед, как? Короче, я уже устала, я этот лайфхак снимаю второй раз уже. В прошлый раз все пошло не по плану. Я, конечно, не буду это добавлять в видео. Божечки. Короче, лайфхак заключается в том, что вот бутылка воды. Вот она. И нужно сюда ее поставить, типа перевернуть, поставить. И тогда вода будет заполняться до горлышка. Ну, пока не тронет горлышко. Я думаю, все понятно. Надеюсь, все пройдет нормально, а не как в прошлый раз. Опа. Боже. Ну вот, до горлышка. Только я не знаю. Правда, минус бутылка, ну ладно. Я не знаю, как теперь это снять. Опа.
Не, ну конечно, без этого ж никак. Никак. Всем пока.